Вот, друзья, нам в гостеприимных берегах этой благословенной земли мы нашли неведомую пню, которая ползает по песку, ее можно потыкать ложечкой. Смотрите, какая хреновина замечательная имеется. Ее зовут Надя. Такая вот щеточка. Вот, видите, как Надя умеет делать? Вот, Надя потягивается. Ой, Надя там вот, она, ее рот вот здесь сейчас вот теперь. Переворачивай. Вот у Нади потекушки какие. Мы сейчас находимся на пляже одного из островов этой благословенной земли. Я могу вам сказать, что здесь проходят замечательные концерты и очень много из русского репертуара дают для приезжающих туристов. Также должен отметить, что одна из самых любимых песен в благословенной стране Вьетнаме — это песня «Миллион алых роз». Они ее очень любят и часто исполняют. Воробьи на курях.